Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу сегодняшнюю школу, которая называется «Мицеллированные продукты». Почему это важно сегодня и почему мы такие школы проводим? На улице 21 век, мы все хотим быть активны, социальны, значимы, чувствовать энергию, бодрость, хорошо высыпаться, восстанавливаться, иметь отличный иммунитет и не отвлекаться на болезни, на лечение, чтобы полноценно в течение дня себя чувствовать. Именно поэтому сегодня создана мощная программа, которая позволяет нам сохранять здоровье при минимальном количестве времени. На то, чтобы сохранять здоровье, на самом деле нужно совсем немного. Наше желание, качественный, безопасный продукт и 5 минут времени в день. И поэтому сегодня я расскажу о мицеллированных продуктах, потому что это важнейшие элемент здоровья. Что значит мицеллированные продукты, я тоже вам сегодня скажу. Изначально о том, кто их создает, потому что сегодня очень много разных предложений. И большое количество предложений по интернету, большое количество информации, мы можем выбирать, мы можем обучаться. У нас наверняка есть знакомые, которые нам что-то предлагают, но все грамотные люди, я считаю, должны анализировать. И продукт, который мы принимаем внутрь для здоровья, он должен быть, конечно, эффективным, потому что мы за это и платим деньги. Он должен давать быстрый эффект, потому что времени, опять же, год, полгода, месяц ждать эффекта не хочется. И немаловажный факт, он должен быть безопасным, потому что за свои же деньги получать какие-то побочные действия или отрицательный результат нам бы не хотелось. Именно поэтому создаются группы ученых, которые работают над новейшими технологиями и над новейшими современными продуктами питания. И вот в частности, компания, которая представляет нам Международный научный совет, компания PM International, это международный немецкий бренд, который известен и популярен сегодня во всем мире. И научный совет составляет 350 человек, из них 150 имеют ученую степень. Это люди ученого мира из разных стран мира, не только из Германии, это страны Европы, Люксембургский институт науки и технологий, американцы, японцы. Это люди, которые сегодня имеют серьезные исследования в разных направлениях: нутрициологии, биотехнологии, диетологии, спортивной медицины. И вот эти люди, имея различные научные достижения и исследования, собрались вместе, чтобы создавать новейший современный продукт. И не только создают новые продукты, но и усовершенствуют те, которые уже имеются. Что хочу сказать о качестве и безопасности, мы должны сразу понимать, что аналогов сегодня не существует, потому что мы имеем дело с таким продуктом, который получил всевозможное признание, сертификацию, награды, и эти звания, и эти достижения, вернее, награды невозможно купить, потому что это исследование совершенно независимых комиссий. Вот, например, Швейцарский институт витаминов Лозанни гарантирует, что составляющие наших продуктов, продуктов компании PM, имеют абсолютно натуральную основу, натуральный состав. ISO 9001 имеет научное подтверждение тому, что здесь соблюдены все стандарты и пищевой ценности, и производства GMP. Есть сертификат, который гарантирует нам отсутствие синтетических стимуляторов, называется допинг-фри, и только компания PM, только этот бренд имеет подтверждение Кёльнского листа о том, что наш продукт абсолютно безопасен для спортсменов. И представьте, что люди, которые испытывают колоссальные физические нагрузки, стрессы, они восстанавливаются очень быстро с нашим продуктом, повышают свои результаты, и при этом продукт абсолютно натурален и безопасен. Халяль, отсутствие животных компонентов во многих продуктах. И еще вот такая есть
такой есть значок у нас, лаборатории Тюфсюд. Это международная лаборатория, которая работает уже более 100 лет, с 1890-х годов. И эта лаборатория имеет филиалы по всему миру. И если компания подает заявку в такую лабораторию, она имеет право проверять продукцию в любой стране мира без предупреждения. И эта лаборатория гарантирует, что качество, заявленное производителем, то, что пишется на упаковках по содержанию, оно соответствует заявленному. То есть все, что, за что мы платим деньги, что мы покупаем, оно имеет место в упаковках. Также я хочу сказать, что компания PM имеет эксклюзивную концепцию транспортировки питательных веществ. Что это значит? На сегодняшний день, ну уже, мне кажется, даже обыватели понимают, что наш организм работает на очень многих составляющих, и важнейшую роль для нашего здоровья играют витамины и минералы. И поскольку мы созданы природой, и в природе, как мы понимаем, должны быть эти витамины и минералы, и когда мы их потребляем, очень важно не только, чтобы они поступили в организм, ну, через рот, да, и в пищеварительную систему. Очень важно, чтобы эти составляющие пищи попали в клетки к конечному потребителю. Ну и поскольку сегодня продукты питания, мы тоже это понимаем, обеднены, и даже при лучших раскладах на нашем столе мы можем получить не более 25% от необходимого количества. А многие продукты обеднены на 90-95% от исходных данных, то есть от тех данных, которые были 50-100 лет назад. Сегодняшние почвы обеднены, они, почвы загрязнены многими химикатами, изменились воды подземные, условия радиации, информационное поле, и поэтому из продуктов питания получить достаточное количество живых, необходимых для здоровья веществ сегодня невозможно. Именно поэтому созданы не просто продукты дополнительного питания, сбалансированные, с высоким содержанием питательных веществ, но и все продукты компании PM имеют эксклюзивную концепцию транспортировки. И компания гарантирует, ее технологии, ее научный совет гарантируют, что все, что поступает в наш организм с этими дополнительными продуктами, на 98% доходит до клеток. И поэтому мы имеем вот такую гарантию. Хочу сказать еще, что эта концепция, она запатентована. То есть PM International имеет абсолютное право на эту концепцию. Ее нет нигде в других странах, в других фирмах, у производителей. И поэтому могу сказать, что у нас мы даже не можем не сравнивать качество с другими продуктами, потому что у других нет такой основы. И вот эта технология NTC, транспортировка, она имеет очень много внутри себя научных исследований и гарантий, и основные из них – это водорастворимость продукта. Все наши продукты растворяются в воде, если это порошки и масляные растворы. И две основных технологии. Концепция группового эффекта, то есть в каждом продукте сочетание идет от 10 до 30 компонентов различных. И они между собой совмещены очень грамотно и усиливают действие друг друга. И вторая технология – микросолви. На сегодняшний день самая современная. Эта технология позволяет растворять жиры. Зачем это нужно? На самом деле мы, вы знаете, водорастворимая такая среда на 80%, в среднем дети больше, старики меньше, состоим из воды. И кровь – это жидкая среда, и зачем же тогда нам жиры? Но на самом деле жирные, незаменимые жирные кислоты, полинасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины, это омега, это витамин Е, другие витамины, они крайне нам необходимы, потому что оболочка всех наших клеток состоит из на какое-то количество процентов
у нервной ткани больше состоит из жиров. Для того, чтобы мембрана клетки была пластичной и клетка легко могла работать, принимать питание, вырабатывать энергию, выделять токсины из себя, она должна быть пластичной, и мембрана должна быть защищена от окислительного воздействия. То есть вот эти полинасыщенные жирные кислоты создают защиту от антиоксидантов. Плюс жирные кислоты, они участвуют в передаче нервных импульсов, мозговой деятельности, в растворении жиров, которые мы получаем из пищи, в создании гормонов и многом, во многом другом. То есть жирные кислоты и жирорастворимые витамины – это неотъемлемая часть нашего здоровья. И когда мы получаем вот эти витамины с едой, вот они поступают к нам в таком виде, в кишечник, в виде жиров. И наш организм с затратой энергии, с затратой ферментов многочисленных, пищеварительных соков, создает вот такие мицеллы, микрокапсулки, в которые заключены микрочастички жира. И уже вот эти микрокапсулки, они проникают через оболочку клетки, через оболочку сначала кишечника в кровь, передаются по всем клеточкам, потом встраиваются в клеточные мембраны, участвуют в обмене жиров, в обмене выработке энергии, в синтезе гормонов и во многом другом. То есть жиры нам необходимы, но вот это мицеллирование, оно сегодня, к сожалению, тормозит. Организм тормозит эти функции, потому что ферментов мы получаем из продуктов питания недостаточно. Энергии вырабатывает организм из-за дефицита питательных веществ мало. Ну, у кого сегодня, по большому счету, хорошо, идеальное пищеварение, много энергии, хватает на все, мы чувствуем, да, что уже не просто с возрастом, а уже в молодом возрасте люди имеют проблемы со здоровьем. Именно поэтому ученые те жизненно важные жирорастворимые, то есть те вещества, которые растворяются только в жирах, они могут мицеллировать, то есть создать вот такие уже готовые мицеллы, поместить туда жизненно важные компоненты, витамины, омега-жирные кислоты и доставить в наш организм. Поэтому, когда вы будете, например, омегу какую-то использовать, вы просто разрежьте капсулку и накапайте в водичку, и вы увидите, что жировые капли соберутся на поверхности воды, и это значит, что такой продукт будет усваиваться максимум на 15%, а вообще, в принципе, 5-10. То есть будьте готовы к тому, что 90% у вас смажет кишечник и уйдет в туалет. Вот обычно за это люди платят деньги. Что сделали современные ученые, научный совет компании PM, и эта разработка единственная в мире. Они мицеллировали жирные продукты, необходимые для нас. И когда вы такой продукт добавляете в воду, он равномерно распределяется по воде, ни одной жировой капли не остается. То есть вы видите немножко мутную жидкость, но при этом без видимого жира. Вот такие мельчайшие капсулы наполняют этот стакан с водой, и вы, когда выпиваете, на 98% эти мицеллы проникают через слизистую и очень быстро усваиваются и разносятся кровью до всех клеточек организма, и вы получаете очень быстрый эффект. Какие же это продукты, давайте посмотрим, сегодня мы можем использовать и какие нам гарантируют очень хорошее, значительное здоровье. Ну, конечно, во-первых, начнем с научных исследований и с продукта, о котором все слышали. Омега-3, полиненасыщенная жирная кислота, которая сегодня, ну, знаете, разложена по запчастям, и научный мир уже давно признал, что если уровень жирных кислот омега в крови низкий, меньше 4%, то в десятки раз увеличивается опасность внезапной остановки сердца. Это когда острое состояние, то есть смерть, какие-то серьезные сердечные приступы, которые ведут к серьезным последствиям и летальным в том числе, всего лишь из-за дефицита омега-жирных кислот. И на конференциях ежегодных, научных, кардиологические общества это подтверждают. И сегодня во всем мире омега-жирные кислоты внедряют
в терапевтическую практику, в клиническую практику. И таким образом не только мощная профилактика идет, но и лечение. И, конечно, если мы созданы природой, мы можем получать омега-кислоты и из природы. И вот в природе больше всего их находится в свежей рыбе жирных сортов. Есть в льняном масле, есть в определенных морепродуктах. Ну вот, например, если мы сравним содержание омега-жирных кислот в том продукте, о котором я сейчас расскажу, в омега-3 с витамином Е и в порции, 100-граммовой порции красной рыбы, то мы увидим, что если мы каждый день едим 100 грамм жирной рыбы, лосося, скумбрии, сельди, то мы можем получить из 100 грамм 1,5 миллиграмма всего омега-жирных кислот. Если мы едим дневную порцию вот такого продукта омега-3 с витамином Е, мы получаем 143 миллиграмма жирных кислот омега-3. О чем это говорит? 100 раз больше. Если мы повысим порцию вот этой омеги в рыбе в 100 раз, то легко посчитать, что это будет 10 килограмм. Да, и 100 грамм никто каждый день не ест. Очень редко кто ест. Не скажу никто, но очень редко кто ест. И тем не менее, люди думают, что они из продуктов питания многие могут получить. На самом деле, практически невозможно. Япония, которая ежедневно ест морепродукты, и то потребляет, по данным компании, продукции омега-3 с витамином Е компании PM больше всех других стран. То есть они понимают, насколько это важно. Что еще, давайте посмотрим, что в чем ценность омеги-3. Известно, что омега-3 укрепляет сердечно-сосудистую систему, восстанавливает эластичность сосудов, улучшает кровоток, снижает образование тромбов, то есть даже если они уже есть, они начинают растворяться. За счет того, что улучшается микроциркуляция, улучшается работа мозга, конечно, это и память, улучшается концентрация внимания, повышается настроение, и человек избавляется от депрессии и усталости, потому что насыщается омега-жирными кислотами мозговая ткань. Омега-3 выступает всегда в организме в качестве противовоспалительного продукта. И если есть какие-либо воспаления суставов, аутоиммунные заболевания, астма, аллергия, то эти воспалительные эффекты подавляются. И также омега участвует в формировании гормонов, формировании слизистых, суставов, волос, ногтей, кожи. Поэтому, видите, такое многостороннее влияние. Именно поэтому специалисты считают и в один голос утверждают, что омега-3 нужно всю жизнь использовать. Начиная от беременности, грудные дети, любой возраст, преклонный возраст, всегда, потому что мы из этого состоим, но поскольку из питания недополучаем, и уверяю вас, никогда уже в достаточном количестве получать не будем, потому что экология уже другая, поэтому это продукт номер один из мицеллированных продуктов для всех. Для детей, для взрослых, для аллергиков, для тяжело больных, для здоровых. Еще есть исследование, что омега-3 использовали в течение 2 лет в клиниках Германии. 2 года наблюдали за пациентами, которым давали омега-3 компании PM. И в исследованиях участвовало 11 тысяч пациентов, добровольно, конечно, с подписанием договоров, контрактов. И вот эти люди, которые использовали омега-3 кислоты, во всей этой группе были отмечены потрясающие результаты. На 20% снизилась смертность, то есть это каждый пятый не умер, который мог умереть, и на 45% снизились случаи смерти от внезапной остановки сердца. И после этих исследований в 2003 году кардиологическая ассоциация Германии рекомендовала продукты PM в клиниках Германии для того, чтобы поддерживать вот больных с проблемами инфарктов, инсультов, атеросклероза, гипертонии, потому что мы знаем, что эти проблемы номер один в мире по смертности, и по заболеваемости, и по смертности, и поэтому огромная группа людей может
иметь вот такую защиту. Причем сегодня эти заболевания помолодели, и наверняка многие из вас слышали в окружении и 50, и 45, и 35 лет люди погибают от внезапной остановки сердца, сердечной недостаточности. И, наверное, вы слышали сейчас и дети на фоне благополучного, как казалось бы, здоровья во время, например, занятий физкультурой, погибают. Это говорит о том, что эта проблема касается практически каждого, и защита очень важна. Плюс есть исследование, что омега-3 жирные кислоты на 30% являются составляющими головного мозга. Поэтому все процессы обработки информации, концентрации внимания, интеллекта нашего, они связаны с омега-3 кислотами. Внутримозговой обмен веществ, сохранение умственной работоспособности до преклонных лет, развитие детского мозга, интеллекта, эмоционального, рационального интеллекта, все это связано с омега-3 кислотами. Именно поэтому сегодня это самое разумное дополнение в питании. Вот такую омега-3, которая заключена в бутылочку с дозатором и 35 капель в день для взрослого. Если ребенок, мы уменьшаем дозировки в зависимости от возраста, мы капаем в любую воду, в любой напиток, не газированный, не горячий, и получаем суточную норму витамина Е и омега-3 жирных кислот. Запатентованная, еще раз напомню, Microsoft-технология, которая от 6 до 9 раз повышает усвоение по сравнению с другими омега-3 кислотами. И еще раз напомню, что это первый в мире мицелированный комплекс, и, конечно, он запатентован. Следующие исследования касаются кофермента Q10. Которые за открытие важности этого кофермента были исследования проведены в 1978 году, и двое ученых, которые эти исследования проводили, получили Нобелевскую премию. За что эта премия была дана? Они открыли важность этого кофермента для здоровья и долголетия человека и доказали, что от рождения этого кофермента в плотных органах достаточно, и человек, мы знаем, да, молодой, энергичный, здоровый, растет ребенок, развивается, учится, многое успевает, но с возрастом, начиная от там, буквально с рождения, этого кофермента в органах вырабатывается все меньше и меньше. И если 35-40 лет, то его количество уже снижается до 60-70%, и дальше катастрофически становится меньше. И 60, например, лет, это количество всего лишь 20%. И с чем, что важно еще знать нам об этом коферменте? Ну, вот опять же, исследования Японии, омега-жирные кислоты они принимают Q10, занимают первое место по продолжительности жизни во всем мире. Что нам нужно знать о Q10? Что после 35-40 лет его нужно обязательно использовать ежедневно для того, чтобы вырабатывалась клеточная энергия. Потому что только благодаря этому коферменту в организме вырабатывается клеточная энергия 95%. Что это значит клеточная энергия? Это хороший ритм сердца, это хороший иммунитет, это отсутствие различных заболеваний, потому что клетки полны энергии, клетки работают в полную силу, они защищены от окисления, потому что кофермент Q10 является сегодня известным самым сильным антиоксидантом, сильнее, чем витамин, например, А, Е, С, селен вместе взятые. И за счет этого он омолаживает организм и предотвращает преждевременное старение. Коферменту Q10 помогает при различных заболеваниях, кардиологических заболеваниях сердца, заболеваниях таких страшных, как онкология, при астме, при пародонтозе, сахарном диабете, очень быстро заживляет различные язвы, раны, опять же, это энергия, и защищает от стресса. Поэтому, если мы не хотим стареть, если мы хотим себя молодыми чувствовать в любом возрасте, вот этот коферментит – это единственная, пожалуй, возможность
поддерживать достаточную энергию в клетках. Именно поэтому ученые компании создали первый и, опять же, на сегодняшний день единственный в мире мицеллированный Q10, потому что это жирорастворимый продукт, и если мы его используем в таблетках, в форме таблеток, например, то 5-10% всего усвоится. Наш кофермент Q10 используется организмом практически на 100%. Добавлен витамин Е для лучшего усвоения, для лучшей работы. Поддерживает наш организм при различных нагрузках. Опять же, легкая форма и быстрое применение жидкое. Вы добавляете в любой напиток. Можно смешивать вместе с омегой-3 в напитке. И один раз в день, если действительно мало энергии, человек болен, нужно быстрее восстановиться, то и 2-3 раза в день вы можете использовать и никогда не передозируйте, потому что организм будет брать, сколько ему необходимо. Следующие исследования касаются, опять же, всех. Это исследования в отношении нашего зрения. Актуальность проблемы очень серьезная, потому что сегодня вот написано проблемы со зрением у 30%. Мне кажется, у каждого второго, вот здесь есть у каждого второго, какие-либо нарушения зрения есть. В мегаполисах это 80% людей. И проблема молодеет, потому что уже вы знаете, что маленькие дети, грудные дети, они не просто смотрят на погремушки, цветочки, листочки, а у них мелькает перед глазами реклама. Как только ребенок начинает фиксировать взгляд, он с удовольствием следит за картинкой в телевизоре. Сегодня гаджетами, мне кажется, пользуются уже буквально там 2-3 года. У меня есть знакомые, у которых дети такие маленькие, они уже легко справляются со смартфонами, планшетами, с удовольствием смотрят мультфильмы. И это все очень серьезная нагрузка на глаза. И сегодня офтальмологи бьют серьезную такую тревогу и настаивают на ежедневном профилактическом приеме лютеина. Что такое лютеин? Лютеин – это строительный материал сетчатки глаза и макулы, то есть вот того, вот это такое помутнение на сетчатке, но на самом деле макула имеет величину булавочной головочки. И вот через вот этот маленький участочек проходит световой пучок и формирует нам остроту зрения. Мы можем различать цвета, четкость иметь. И сегодня помутнение и нарушение вот этой макулы и всей сетчатки очень помолодели. Если раньше дистрофии и слепота это был удел очень пожилых людей, очень старых людей, то сегодня нарушение зрения есть и у молодых людей, очень много детей в очках. И поэтому действительно офтальмологи тревогу не зря бьют. Во всем мире 25-35 миллионов людей страдают от возрастной дегенерации. После 50-летнего возраста это удел практически каждого. И, к сожалению, не очень комфортные такие создаются условия для глаз, когда человек не может различать ни контуры, ни цвета. Становится меньше четкости в зрении, и это заболевание прогрессирует. Представьте, что вы варите яйцо, и белок, который изначально прозрачный, начинает денатурировать, начинает мутнеть. И если это только начало закипания, то слегка мутнеет. От несколько минут белок становится непрозрачным, и вы никогда его обратно не вернете в прозрачное состояние. Точно так же происходит в нашем глазу, когда мутнеет хрусталик, мутнеет макула, сетчатка. На сетчатке обратных, к сожалению, обратного хода нет. И факторы для всех одинаковые. Начиная с 50 лет накапливаются, даже сегодня раньше, накапливаются продукты оксидативные, окислительные в глазах. И самая частая причина слепоты во всем мире – катаракта, сегодня значительно помолодела. Женщины чаще страдают этим заболеванием. Все, кто не получают достаточно каротиноидов с питанием, это все мы, имеют, мы все имеем больше шансов
ухудшить свое зрение, потому что вот этого лютеина в продуктах питания становится все меньше, все больше активное солнце, да, которое влияет даже через солнцезащитные очки, зимой, летом, сейчас активная солнечная пора, и нам нужно понимать, что только очень качественные, фирменные буквально, с сертификатом качества очки могут нас защитить от солнечных лучей наши глаза. Но я не думаю, что все имеют такие очки. Все одевают на детей такие очки, да, считают, что защитили глаза. Через просто затемненные стекла проходит еще больше в сетчатку глаза и в макулу активных солнечных лучей ультрафиолетовых, потому что, как мы знаем, в темноте зрачок расширяется и пропускает больше вот этих лучей. Когда человек курит, он повреждает очень быстро сосуды глаз. Мы знаем, что самые мелкие сосуды – это сосуды в глазах сегодня. И атеросклероз, который помолодел, он бьет и по глазам в том числе. Медикаменты, наследственность, различные заболевания, диабет, артериальное давление повышенное тоже являются фактором риска для изменений зрительных. И поэтому сегодня нужно думать о том, как защитить глаза. И природа создала для нас такие защитные очки из питания. Лютеин, зеаксантин, сейчас я скажу, где находятся витамины А, С, Е, бета-каротин, цинк и селен. Это известные такие продукты, которые витамины, минералы, флавоноиды, которые питают глаза и защищают от возрастных и вообще дегенеративных изменений. Какие выводы ученые сделали по лютеину и зеаксантину? Что даже если принимают люди уже с катарактой, улучшается острота зрения и снижается чувствительность к свету и к ослеплению света. Стабилизируется зрение, улучшается восприятие цветов. Причем это не только возрастные категории людей, это и дети. И очень много у нас было результатов, когда дети с прогрессирующей близорукостью, которую могли с медикаментами, с процедурами в клиниках офтальмологических приостановить только летом, а когда начинался школьный период, близорукость опять прогрессировала. Так вот эти маленькие наши пациенты, используя лютеин компании PM, останавливали падение зрения даже в период школьных занятий и улучшали это зрение. Клинические исследования подтвердили, что если ежедневно применять зеаксантин и лютеин около 6 мг, мы сокращаем значительно риск развития вот этих изменений в глазах. Из продуктов питания мы можем получить лютеин, используя ежедневно листовую капусту, шпинат, кукурузу, перец, сельдерей, лук и так далее, яичный желток. Но опять же доказано, что если мы каждый день едим эти продукты, мы все равно можем получить только до 1,5 мг лютеина ежедневно. Каждый день вот эти продукты. Если мы такие ответственные и едим, то всего лишь 1,5 мг. А учеными доказано, что ежедневная потребность 6 мг. То есть еще 4-5 мг нужно где-то набрать. И вот для этого как раз и создан первый в мире комплексный продукт для глаз с лютеином, зеаксантином, витамином Е, цинком, витаминами АЕ, которые находятся в мицеллированной форме, потому что лютеин – это жиросодержащий компонент, и просто в таблетках, сейчас море назначают офтальмологов лютеина в таблетках, это 5-10% усвоения. Здесь нам гарантируют ученые быструю и высокую биоусвояемость, и за счет этого быстрое благоприятное воздействие на глаза и хорошее зрение. Какие особенности лютеина компании PM линии Fitline, Fitline Lutein? Первый в мире мицеллированный комплекс, мы об этом сегодня говорим, о мицеллированных продуктах. Ежедневно 18 капель продукта восполняют дефицит в 4 мг. То есть то, как раз чего не хватает для полноценной работы глаз.
поддерживается правильный, здоровый внутриглазной обмен веществ. Эфиры лютеина в нашем продукте содержатся в таком виде, в каком они находятся в овощах и фруктах. И за счет этого улучшается биоусвояемость нашего продукта. Плюс в нашем продукте содержатся 100% рекомендованной дозы витамина Е. Как вы видите, да, и в омега-3 жирных кислотах, и в Q10, потому что витамин Е важнейший продукт для вообще для антиоксидантной защиты, для иммунитета, для восстановления обмена в клетках, и поэтому здесь он тоже используется и добавлен. Поэтому, пожалуйста, помните, да, что защита наших глаз – это не просто солнцезащитные очки, это питание изнутри. И чем мне нравятся наши капли, они не капаются в глаза. Это не всегда комфортно, можно забыть, особенно капли обычно, если в глаза, это 4-5 раз в день. Здесь мы один раз утром накапали в водичку или в любой напиток негазированный. Лучше совмещать, конечно, с другими продуктами Fitline. И выпили. И мы на целый день получили полноценное питание глазное, все каротиноиды, лютеин, зеаксантин, которые нам нужны для защиты наших глаз от внешних воздействий и для хорошего выполнения всех функций. И еще об одном продукте и об еще одних научных исследованиях хочу вам рассказать, потому что компания представляет еще один мицеллированный продукт, который очень важен, особенно для женщин. Он используется для мужчин, но 90% это продукт женский, потому что тут используются фитоэстрогены. Что такое эстроген? Это женский половой гормон. И мы знаем, что пока женщина вырабатывает достаточное количество эстрогенов, она сохраняет свою молодость. Эстроген – естественный такой защитник женщины от развития атеросклероза, от развития остеопороза, от старения кожи, коллагена. И поэтому пока у женщины достаточное количество эстрогена, она считается для природы важным существом, она может рожать, она может продолжать потомство. Но мы, к сожалению, все добавляем возраст каждый год, и начиная с уже, если раньше это было позже, сейчас 35, 40, 45 лет, это зависит и от образа жизни женщины, от наследственности, ну и от ряда других факторов. Так вот, количество эстрогена начинает яичниками выделяться все меньше и меньше. И вот эти рецепторы, которые связываются эстрогенами и которые присутствуют и в клетках на ворсинках кишечника, и на гормональных рецепторах по всему организму, и в печени, и в почках, и в коже. Вот эти рецепторы, не получая этого эстрогена, они бьют сигнал тревоги, что уже все, эстрогена нет, уже можно сворачивать свою жизнедеятельность. И поэтому начинаются вот такие лавинообразные изменения с возрастом у женщины. Просто переступая какой-то порог, когда месячные прекращаются или уменьшаются и со временем прекращаются, женщина получает целый ряд болезней. И как снежный ком, и давление, и повышение веса, и плохое настроение, плохой сон, потливость, ну все такие неприятные проявления климакса. Плюс женщина без эстрогенов очень сильно подвержена онкологии. То есть там те рецепторы, которые не защищены эстрогеном, они поражаются окисительными процессами и возникают процессы образования опухоли в молочных железах, железах в матке, в яичниках. И если до там определенного возраста, пока есть эстроген, женщина защищена природой от онкологии, то как только эстроген снижается или прекращается выработка, происходит такой вот эффект разорвавшейся бомбы. И почему мы говорим о фитоэстрогенах? Давно замечено, что вот этот рецептор, как замочек, его может открыть и закрыть эту вот замочную скважину не только эстроген, но и аналог ему –
которые есть в природе. И больше всего ученые обнаружили, что фитоэстрогена сои, ну, аналогичного, то есть натуральному эстрогену, больше всего в сое. В натуральной, не генномодифицированной, это естественно, больше всего в сое. И когда мы принимаем такие фитоэстрогены, они даже при отсутствии эстрогенов замещают их место. И таким образом рецептор не чувствует дефицита, он считает, что женщина по-прежнему молода, и на самом деле мы вот таким образом можем обмануть природу, ну, используя в то же время природные средства, внутреннюю нашу природу обмануть и сохранить на долгое время еще нашу молодость и красоту. Причем, что очень важно, фитоэстрогены, даже вот есть женщины, у которых избыток эстрогенов, и вот этого эстрогена много, и он, знаете, эффект оказывает такой, как в одну замочную скважину вставляют два ключа. Это тоже плохо, это тоже нагрузка. И когда эстрогена много, фитоэстроген излишки натурального эстрогена как бы удаляет, слизывает. Поэтому тут и низкий уровень эстрогена, и высокий будет фитоэстроген работать. Поэтому сегодня просто незаменимый продукт для женщин, которые входят в климактерический период, но не только, потому что натуральный эстроген, он может и у девушек с хорошим уровнем эстрогена снизить болевые ощущения при месячных, наладить месячный цикл, то есть отрегулировать нормальное течение гормонального фона. Наш изофлавон состоит из натурального экстракта из сои, натуральной, не генетической, не генетически не модифицированной, из ростков сои проросшей. И поэтому в одной порции 50 миллиграмм изофлавонов – это достаточная дозировка, чтобы оказать очень выраженный эффект. Какой? Всех снижения и прекращения всех симптомов климакса. Неврозы, перепады настроения, приливы, потливость, плохой сон, сердцебиение и так далее. Плюс я уже говорила, что когда мы используем фитоэстрогены, мы защищаем себя от преждевременного старения. Сердечно-сосудистой системы, избыточного веса, профилактика идет онкологических заболеваний, различных гормонозависимых опухолей, профилактика остеопороза, благоприятное воздействие на кожу, волосы, ногти, то есть мы продолжаем свою молодость. Именно поэтому для всех женщин просто неоценимая услуга оказана учеными компанией, и те, кто принимает такой продукт, за считанные дни ощущают эффект. Рассказывают потрясающие результаты, просто омоложение на глазах, внутреннего ощущения, возврата к молодости, то есть минус 10-15 лет, энергия, бодрость, прекрасное самочувствие. Поэтому вот такие мицеллированные продукты, как омега-3 с витамином Е, Q10, лютеин и изофлавон компании PM, они просто незаменимы для нашего здоровья, для отличного самочувствия, для профилактики преждевременного старения, для отличного качества жизни. И в заключение обязательно хочу вам сказать о новом продукте, который представлен 9 июня, вот всего несколько недель назад, на международном конгрессе, который был посвящен 25-летию компании PM. Этот конгресс проходил в Мангейме, и я, и многие партнеры наши были на этом мероприятии и имели возможность привести с собой такой потрясающий новый продукт. Что это за новый продукт? Вы видите, что это омега-3 веган. Это незаменимые жирные кислоты омега-3. Это то, о чем я уже рассказывала, и поэтому абсолютно все функции омоложения сосудов, сердца, мозга, противовоспалительный эффект и так далее, это омега также имеет. В чем разница, в чем отличие? Во-первых, есть люди, которые не любят запаха рыбы.
и вкуса рыбы, и есть, я встречала таких, которые, которым вообще всем нужна омега, но люди даже, которые ищут эту омегу, говорят, что мы не можем использовать, потому что не переносим запах рыбы. Есть большая группа людей, которые являются по убеждениям вегетарианцами, веганами, и они не используют животные продукты. Есть большая группа людей, которая беспокоится о здоровье планеты и считает, если использовать, например, рыбу для получения омега-3, то мы забираем пищу у мирового океана, у жителей океана, моря, и тем самым изменяем пищевую цепочку, изменяем соотношение сил в природе и, конечно, катастрофически изменяем вообще условия жизни не только обитателей моря, океана, но и нас самих. Именно поэтому ученые компании PM взяли за решение этой проблемы, и последних полгода вот эти исследования шли уже в такой завершающей стадии, потому что обнаружили, что огромная концентрация, тоже достаточно высокая, концентрация омега-3 кислот содержится в некоторых растениях, в частности в морских водорослях. И ученые отобрали 100 тысяч, вдумайтесь, вообще это колоссальная работа, 100 тысяч различных вариантов морских водорослей для того, чтобы определить, в какой из этого вида присутствует большее количество омега-3 кислот. Плюс очень важно понимать, что водоросли не накапливают свинец, тяжелые металлы, как это делает рыба, к сожалению. От того, что мировой океан загрязнен, все эти продукты, нефтепродукты, продукты распада различных балластмасс и загрязнений, они, к сожалению, оказываются и в рыбе в том числе. Так вот, обнаружили, что водоросли таких продуктов не накапливают, и одну из них, единственную, выделили, которая содержит самое большое количество омега-3 жирных кислот. И вот эту водоросль последние полгода культивировали, и сегодня ее выращивают, ее не добывают из моря, из океана, ее выращивают на отдельных плантациях, которые подвержены самому жестокому, жесткому, жесточайшему контролю со стороны природоохранительных органов, со стороны таких организаций, как GMP, FDA, то есть надзор за пищевыми продуктами. Это очень жесткий контроль качества. И вот водоросль, которую выращивают в таких условиях, помимо омега-3 кислот, она также содержит и большое количество, ну, как любые водоросли, минералов, биологически ценный материал, который также является для нас питанием. И поэтому вот этот продукт, который представлен сегодня на мировом рынке, и который точно так же, как и все другие продукты, имеет технологию NTC, доставку в клетки, этот знак качества высочайшего. Это омега-3 имеет приятный такой сладкий вкус, абсолютно, соответственно, без запаха рыбы. Добавляется, опять же, в любой из напитков, легко растворяется в воде. Вы видите просто помутнение немножко воды. Очень вкусно и легко пьется детьми, женщинами, людьми, которые не любят запах рыбы и которые убеждены, например, вегетарианцы, веганцы. И поэтому у нас сегодня есть альтернатива. И специалисты компании сказали, что сегодня они покрыли минимум 400-миллионный рынок потребителей, которые раньше не могли найти для себя заменителя вот обычной омега-3 кислоты из рыбьего жира. Поэтому из рыбы, вернее, в виде рыбьего жира. И поэтому сегодня мы тоже можем это использовать. Это вкусно, это полезно, очень эффективно и безопасно. И самая высокая концентрация из всех водорослей, которые есть в мире. Если в рыбьем жире 146 мг омега-жирных кислот, тут 126, чуть-чуть меньше, но практически, опять же, в десятки раз больше, чем в обычном рыбьем жире, в аптеке, в любых компаниях мира. PM здесь впереди планеты всей. И поэтому вот эти продукты мицеллированные, они, я уверена и хочу вас убедить в том, что они должны быть на каждом столе, в любом возрасте,
изофлавон это немножко отдельно, да, это касается женщины больше возрастного периода. Все остальное, и Q10 тоже после 35 лет, но, к счастью, Q10 можно принимать тоже в любом возрасте, потому что энергия – это такое дело, знаете, что мы это чувствуем. И если даже у молодого человека дефицит энергии, нет сил учиться, нет сил там что-то выполнять, и мы добавляем Q10 в его рацион, мы очень отчетливо и быстро видим изменения. Поэтому я вас приглашаю все наши продукты мицеллированные использовать с удовольствием, с радостью, получать очень быстрый эффект, результат. И я вас уверяю, что вы ценность этого продукта очень быстро увидите и поймете, что очень многие вопросы здоровья сегодня можно очень просто решить. Просто добавить в свой рацион один или несколько вот этих продуктов. Я вам желаю сохранять всегда ясность ума, мудрость определенную, потому что мы должны анализировать, мы должны использовать лучшее, что сегодня нам предлагается в мире, потому что мир, конечно, требует нашего постоянного контроля, понимания, обучения, самообразования. И вот эти продукты наши PM, они позволяют нам быть всегда на волне, всегда в тонусе, всегда в тренде. Я вас с этим поздравляю и желаю вам быть всегда, сохранять всегда хорошее здоровье и в своей семье иметь только здоровых, любимых, близких людей.